Я представляю последнюю участницу первого тура. Это представительница Украины София Матвиенко, флейта, 12 лет. София учится в Полтавской школе искусств имени Кириченко у педагога Елены Ивановны Димитровой. Фриц Крейслер, прелюдия аллегро в стиле Пуньяни. Thank you.
Завершилось выступление Софии Матвиенко. Она учится в Полтавской школе искусств имени Кириченко у педагога Елены Ивановны Димитровой. София сегодня не очень хорошо себя чувствовала, но, тем не менее, программу свою отыграла, и мы ждем оценок. Хорошие оценки. 11, 11, 11 и 12. 45 баллов. Это общая оценка Софии. Ольга, начнем с вас. Очень сложное произведение взяла София, тем более, что написано произведение для скрипки, и все время используется нота си, которая у многих флейтистов просто не берется. А у нее это все, в общем, ей легко это давалось, но, может быть, опять же, температура в зале подвела, и так бывает, что вот позиция на губе, на нижней, она сместилась. Невозможно стало возможно. Да. И поэтому очень много нот как бы сегодня прозвучали не очень хорошо в технике. Вот это единственное, что я подвело. Так очень ярко и красиво. Спасибо. Марк Ильич, вы добавите что-то? Я не добавлю, я только свое впечатление. Ну, я, когда сижу в жюри других конкурсов, я пишу либо по-английски, либо по-русски. Очень хорошо, но не более. Спасибо. Алексей. Поскольку пьеса скрипичная, действительно, но София сыграла ее совершенно по-другому. Это была какая-то, знаете, кавер-версия. Я бы так это назвал, потому что она звучала не классически, не народно, не джазово. Но это было как-то по-своему. Это было совершенно не похоже на то, что как исполняли эту пьесу другие музыканты до и, наверное, будут исполнять после. Она сделала это по-своему, самобытный музыкант, еще очень удивительный. Меня это покорило, мне очень понравилось. Это приятно, спасибо, я думаю, слышать от скрипача. Итак,